Сегодня у нас газон Next приехал, говорит, пукает и воняет. Ну что ж, будем устранять. А именно менять прокладки выпускного коллектора. Ну что ж, снимаем корпус воздушного фильтра. Сливаем антифриз 20 литров. Так, снимаем патрубок турбины для удобства. Откручиваем хомут приемной трубы, снимаем. Откручиваем штуцер. Откручиваем штуцер слива турбины и откручиваем нашу турбину. Откручиваем трубку от ЕГР. Далее откручиваем трубку слива масла, потому что она нам подачи масла, потому что она не даст нам вытащить коллектор, упрется в него. Откручиваем хомут с ЕГР и откручиваем наш коллектор по кругу. Открутили наш коллектор, отсоединяем фишку с клапана ЕГР и отключаем вакуумный шланчик. Откручиваем на 17 болтик. Сняли наш коллектор, видим, как он тут прогорели у нас прокладки со всех сторон. Вот непосредственно сам наш коллектор. Вот наши прокладки. Вот так вот они выглядят. Ну что ж, берем наш коллектор и идем чистить. Болгарку, идем наш коллектор чистить до состояния пиздец, я молодец. Почистили наш коллектор. Ставим наши прокладки вместе с болтами сразу. То, что они проебутся, можно не бояться. Они тут фиксируются. Обезжириваем все до состояния, опять же, ебать, пиздец, я молодец. И начинаем устанавливать все в обратном порядке. Ставим коллектор. Поставили коллектор, прикручиваем ЕГР, прикручиваем воздушную трубку, соединяем фишку, мажем нашу трубку герметиком и устанавливаем ее обратно. Прикручиваем трубку подачи масла, прикручиваем трубку подачи, прикручиваем трубку слива и прикручиваем наш хомут на приемной трубе. Устанавливаем патрубок интеркулера. И закручиваем корпус воздушного фильтра. Ну все, сделали запуск, все работает, все отлично. Желаем ему счастливого пути. Ну и, конечно же, до скорой встречи. Всем пока!